Всем привет, дорогие друзья! С вами Маркус, и я хочу рассказать вам о игре Параград. Это такая хорошая игра. Советую всем поиграть в нее. Так, в этом видео я объясню, какой лучше выбрать класс, чтобы легче пройти эту игру. Так, вот я вошел. Некоторые новички усложняются, когда заходят, им очень сложно убивать боссов. Поэтому я и расскажу, какой лучше выбрать класс. Конечно, игра уж не такая и хорошая, как я говорю, но для браузерной игры это самое то. Так, вот у меня есть, сейчас создам новую. Так, расу можете выбирать любую, но я выберу вот имя персонажа. Поставим, допустим, вот такое. Так, класс обязательно нужно выбирать арканиста. Обязательно. Ну, для кого как. Для меня этот класс лучше, потому что боссов легче намного убивать. Видео не будем смотреть, зря время только потратим. Так. Сейчас я быстренько пройду начало, чтобы показать, какую способность вам нужно открывать. Предметы я не буду одевать, незачем. Все равно я потом этого персонажа удалю. Чем меня увлекла эта игра? Вот, например, у некоторых людей на компе не идут игры, и они играют в браузерные. Вот эта игра одна из лучших браузерных игр, поэтому подходит для тех, у кого игры на компе не идут. Ну и для всех желающих. Так, вот. Обязательно нужно будет выбрать вот эту способность. Вот. Сейчас я покажу, как она действует. Так. Так. Смотрите, объясню, покажу. Так. Ну, это у меня уже более прокачанный персонаж.
допустим, возьмем вот этот квест. Нет, мне надо перейти в другую локацию. Вот, вот тут вот примерно. Чем хороша эта способность, сейчас увидите. Поэтому этот класс более подходит. Так, вот, допустим, давайте зайдем сюда. Так, вот наш босс. Принять. Смотрите. Это только баг игры. Мне незачем их убивать, они слабаки. Хотя посрать убью. Где у нас босс? А, так вот он. Вот он наш босс. Так, сейчас он должен побежать за мной. Так, сейчас мой голем умрет, и я покажу, где есть эта способность. Да уж, голем, ну ты живучая тварь. Что ж, он у нас такой живучий-то? Так вот. Сейчас мы заманиваем босса вот сюда. Так, так, так. Обманкой убегаем. Вот, смотрите. Ух ты, это как ты сейчас сделал так? Бесячий босс. Ладно, сделаем так. Смотрите, вот стенка, и его через нее кацать. Если босс сильнее вашего уровня или сильнее вас, это самый эффективный способ убить их. Ладно, как уж я его убью, не буду показывать. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи! Вам всем!